Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие. Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга, и мы продолжаем с вами выживать, но выживать весело в игрушке Manor Lord. Это демка, это все еще демка. Я ее начала почему? Чтобы подготовиться к выходу, к релизному выходу полной игры. Она вот-вот будет, вот-вот. Я не знаю, когда выйдет эта серия. Но чем больше серий выходит, тем больше вот-вот будет релизная версия. Итак, наше поселение у нас чудное. Золотая, золотейшая багряная осень. Даже какие-то птицы летали. Интересно, никогда не видела тут птиц. Итак, у нас выстроился еще один дом. Нам надо срочно добавлять людей. У нас очень мало дров. Дрова у нас колятся как-то не очень. Вот, поэтому я сюда отправляю человека. Ягодник у нас продолжает ходить, хотя нам... А, вот теперь нас не обманули. Теперь все. Теперь ягоды точно закончились. Его можно отсюда убирать, наверное. Наверное, все, да. Куда он у нас отправляется? Going inside. Он пошел домой. Ну что ж ты думаешь, ты так дома и отдохнешь? Ничего подобного, мы тебе сейчас назначим почетную должность. Почетнее не бывает. Мы тебя отправим в торговый пост. А у нас с кожей все неплохо. Поэтому давай-ка мы поставим тебя сюда. Один у нас будет ходить, а другой у нас будет тут торчать. По идее, он должен сюда принести кожу и торговать здесь на месте. Либо он должен приносить сюда кожу, а наш ходок не будет прям туда ходить, а будет отсюда забирать кожу. И таким образом это будет получаться немножечко быстрее. Я думаю, это так происходит. Кроме всего прочего, я хотела купить себе вала. Но с валом у нас такое себе. Чтобы позволить себе второго вала, нам надо построить пост торговли животными. Попробуем сейчас это сделать. Потому что, в принципе, пока все. Дальше мы развиваться не можем, пока не настанет весна. Мы должны будем за зиму распределить поля и с весной их засеять и набрать уже себе, в общем-то, людей. Чтобы набрать людей на посевную, нам надо к ней подготовиться и построить ферму. Это тоже дофига бревен требует. Вот, что делают наши лесорубы? Они тоже где-то сидят. Он сидит дома. Он сидит дома, в ус не вует, не дует, не плюет. Он не работает, зараза. Чё тут, почему ты тут не рубил деревья? Ну вот же, смотри. Тимбер, это вот эти, которые... Там ягоды, но ягоды уже собрали. Давай сюда. Ты работай, бич. Ай, чтоб они работали, чтоб они рубили здесь деревья, надо, конечно, ставить... Че? Вот что ждем? Что ждем? Чего ждем? Может, он забаговался? Бывает и так, кстати. Вейтинг. Хорошо, если я очищу поверхность. По-прежнему будешь ждать. Вейтинг. Может, он правда где забаговался? Давай-ка заглянем в дом. Мы можем заглянуть в дом. А, пошел. Вот такой, а у меня рассекретили полюндра. Ты пошел куда-то? Пошел работать. Топор взял. Пошел.
хитрые хитрецы. Да, идет рубить деревья. Что у нас с дровами? Не так, чтоб очень. А где у нас люди на дровах? Так, один рубит, другой рубит деревья. И далее взял, принес. У этих все в порядке. Так вот, чтобы росли новые деревья, нам надо ставить хижину лесника. Человек у нас для этого есть. И хижину лесника я бы поставила куда-нибудь сюда, но здесь мы срубим деревья. Короче, хижину лесника надо ставить как-то здесь. Для этого... Кстати, я его собиралась, между прочим, подвинуть, чтобы поставить сюда мельницу или сюда мельницу. Может, и бог с ним, и не надо его никуда двигать. А сделать вот так и поставить сюда хижину лесника. Нам для этого нужно две дровишки. Вот, и лесник, когда он как начнет сажать деревья, он вокруг себя посадит целый лес огромный. Прям вот так вот его надо туда вот подальше. Так, вот еще у нас семья заселилась. Ну, пока подожди, пока подожди, пока тут бык занят. Бык возит сюда... Подожди, а колодец мы построили? Построили колодец. Видишь, какой он классный, в елках стоит. Вот. Пока бык возит бревна, у нас поступления новых бревен не будет. Поэтому рано сейчас что-то думать, что-то строить. И меня еще, конечно, беспокоит ферма. Ферму надо строить обязательно. Ферму строить. Ферму нам тут деревья все подрубят. Вот тебе и избушка лесника. С избушкой лесника надо, наверное, подождать. Да, избушку лесника надо будет вообще куда-нибудь сюда ставить. Я так думаю, вот когда тут все вырубится. Или вообще куда-нибудь туда. В общем, посмотрим. Пока что у нас леса достаточно. Просто у нас лентяи лесорубы наши. Вот он что сейчас делает? А, рубит. Ну ладно. Ладно, пусть рубит. Так, морковку собрали? Собрали. Ноябрь, скоро начнется снегопад. Какая красота, друзья. Я вот больше нисколько... Конечно, и стратегия интересная, в общем-то, экономическая в основном. Но мне еще нравится то, как здесь все выглядит. Понятно, что как бы оно, да, примитивненько, если присмотреться. Но общее впечатление это отнюдь не портит. Все очень-очень здорово. Вот, однако времечко тикает. Нам надо проапгрейдить наше здание. Прокачать до второго уровня. Чтобы они стали не такими соломенными, а повыше. Красивее. Смотрите, каждое здание другое. Нет, здесь есть определенный набор зданец, но очень здорово. Мне прям нравится, как оно сделано.
не под копирочку, а вот такое все. О, смотри, какое вообще. Каким-то козырьком. Да, не, есть, конечно, одинаковые. Вот два одинаковых. Вот с козырьком. Вот еще. Но все равно, по крайней мере, они как-то расставляются, не так, что прям типовая застройка жилищная. Итак, бык, у нас уже два человека. У нас два человека, куда нам их отправить? Потому как это роскошь иметь неработающих людей, когда все вот так вот тут. Может быть, отправить рубить лес одного. Так. А второго, что у нас там? Два месяца уже, блин. Да что ж такое-то? Ну да, холодно, холодно становится. Во-первых, у нас жители прибавляются. У нас еды-то уже не так много. Вот, а сейчас еще прибавятся жители. И все остальное тоже требует ресурсов. Так, этот пошел ходок. А второй где? А, вот, видишь, вот он тащит сюда кожу. Этот пошел торговать. А этот принесет сюда кожу. Вот этот. И, насколько я понимаю, он останется здесь, в этом торговом пункте, да? Сейчас опять пойдет за кожей. То есть он будет сюда их носить. Оно того стоит, он уже две принес. Я не знаю, будут ли покупать тут у нас торговцы эту кожу. Было бы неплохо, если бы торговцы приходили сюда, вот эти вот, которые разъезжают тут на этих тарантасах, и торговали бы здесь. Огромный торговый пост. И вот это вот явно для животных. Неужели же надо строить отдельно? Либо у нас просто не хватает денег, чтобы купить вола, потому что вол у нас вроде как поставлен, чтобы его покупать. Но... А вол не покупается, крокодил не ловится, не растет кокос, да, импорт. Понятно? А... Кожа... У нас экспорт. Вот. Так что... Так что вот так. Ладно. А, мы собрали? Нет, мы не собрали. У нас вол продолжает возить... Дерево уже привез. Все, отлично. Здесь у нас человек-то есть? Появился человек тут? А, он у нас отправлен был рубить деревья. И пошел. И рубит. То есть тут у нас теперь... А, это земляничная... Хижина, а тут трое работают. Ну, должно, должно. Ребята, давайте, давайте. Держитесь. Держитесь. Что мы будем есть летом? Мы помрем с голода. Мы просто помрем с голода. Надеюсь, что нет. Вся надежда на охотника. Второго я сюда ставить не буду, потому что он и так сейчас всех перебьет. А, и надежда на ферму. Как только вол сейчас натаскает, мы поставим ферму.
Сколько ей надо? 4. Да. Плохо, что надо ждать, пока появятся ресурсы. Так бы сейчас вот раз и все. Ну нет, жди. Вот сейчас, наверное, будет 4-е бревно. Теоретически ферма должна быстро построиться. Ну вот, бык притащил же полено, нет? Дай-ка я его чуть-чуть подальше. Вот так вот, наверное, буду ставить. Или это было 3, считалось? Это очень странно. Наверное, вот так. Не совсем впритык, а они там будут застревать. А вот так вот. Вот, почему ставим ферму? Потому что вот у нас тут поля. Поля. А, кстати, а где тут у нас было... Ага, вот карьер. О, господи. Entry full. Ну, это сюда не приносит. И хорошо, что жителям не надо будет далеко бегать. Так вот, поля. Еще раз проверяю. Флакс, барли и эмер. Все в одном месте, все сюда. О, ты что, сюда пришел деревья валить? Вот ты даешь. Вот это сейчас было прям так неожиданно. Так, тем не менее, нам подвезли необходимые нам бревнышки. Да, и мы ставим сюда ферму, которую будем строить. Декабрь, однако. Смотрите, какой у нас солнечный декабрь. Ну, как говорится, начало месяца еще ничего не значит. Что такое? No Feldsim регион. Нету полей, говорят. Нету. Но я знаю, что нету полей. People сюда пришел. Нет, сюда People не пришел еще. Сюда People пришел. Сюда People пришел. Так, у нас остался один People, которого сейчас, конечно, смысла нету отправлять в ферму. На ферму. Ну, он и не появился. Вот. Либо сейчас мы сделаем поля, либо немножечко потом. А что ты сюда несешь? Подожди, ты кто? А, он принес сюда инструменты. Да-да-да-да. Инструменты же сюда тоже нужны. Вот. Молодец, замечательно. Давай, строй. Здесь у нас все. А, смотри, денежка капнула. Это у нас интересно, где? Это у нас где? Это у нас здесь, наверное, кто-то купил, потому что ходок у нас явно еще не дошел. Это ходок, который носит кожу в торговую палату. Да, да, отсюда купили. Отсюда купили. Это этот, от того не видно. Он только до столбика дошел. Так, и сколько у нас кожи? Да нормально у нас кожа. Кожа у нас залезет. Будем ждать. Вот, видишь, он только сейчас продал за 6 копеечек. Да, отлично, отлично. Не, ходок, конечно, нормально. Он тоже добавляет. Но в принципе, не обязательно ему ходить куда-то. Чем ему ходить? Не надо никуда ходить. Ходить далеко? А сюда он пришел торговец, купил. Правда, они, по-моему, так ходят как-то раз в год.
Ну, посмотрим, удастся ли нам купить вола. Не помню, сколько стоит вол. Васька у нас только. У нас только Васька. Васька работает как бык. Васька только таскает бревна, бедный наш Васька. Снежок пошел. Первый снежок. Музыка такая грустная. Музыка говорит: о, зима близко. Зима уже на носу. А у тебя? Ну, 11. Вдруг, неожиданно. Неожиданно вдруг. Ну, правильно, потому что я сюда народу нагнала. Но вдруг неожиданно на 11 месяцев у нас уже есть дров. Вот, смотри, как народ. Вот тут вовсю делает эту ферму. Давайте, делайте ферму, делайте. Работнички, делайте ферму. А пока нам не завалило все снегом, я посмотрю, где разместить поля. Нету полей, нету. А, какой ужас. Так вот, поля. Поля. Давай вспоминать, как это было. Поле. Так, подожди, поле. А надо же понять... Что на этом поле выращивать? Для этого, подожди, так. Прежде всего, мне нужно... Эмер. Так, флакс. Как-то тут аж желтенько все стало. И барли. Мне нужно для пива. Мне нужен флакс. Ну и, соответственно, естественно, мне нужно все остальное. Давай-ка мы сделаем следующее. Мы поставим поле. Это у нас что, барли? Это ячмень. Ячменевое поле. Так. Теперь мы поставим поле. Что увидишь? Теперь тут фиг, что увидишь. Прям даже не знаю, насколько им нужны дороги полям-то. В смысле, почему? Ну, теперь снег все засыпал, и я уже ничего не поставлю. Так, мы успели поставить барли. По-моему, флакс тут был везде одинаковый. А так для этого надо его тут только выставить, да? Он пока что... Follow. Это хорошо. Тогда знаешь, что мы сделаем? То есть он под паром имеется в виду. Возможно, что оно маленькое. А возможно, что и нет. Пшеничка. Вот пшеничка вроде тут нормальная, да? Почему у нас тут... Да, ты хочешь так? Ну, давай так. Давай так. Мы построили. Вот. И здесь я сделаю третье поле на лакс. Вроде как должно быть нормально быть. Так.
Вот. Ну, раз вы так хотите дороги, давай мы вас окружим. Прямо окружим дорогой. И посмотрим, что со всего этого выйдет до весны. Итак, они пока что все под паром. Однозначно, все равно надо ждать весны. Поля есть. Ферма построена. На ферму, ну, можно назначить рабочего, но вряд ли он что-то будет тут делать зимой-то. Вот. Теперь самое главное пережить зиму. Что мы можем делать зимой? Зимой мы можем строить постройки, которые нам нужны будут, когда начнется весна. А именно нам нужно строить дома. Мы можем, конечно, построить таверну, чтобы уже тут занять место и понять, как оно. Но оно и так как бы понятно. То есть следующие домишки, очевидно, я буду строить куда-то вот так вот, сюда, в ряд. Не нужно забывать, кстати, у нас еще есть Манор Хаус. Его тоже где-то надо будет строить. Всяческие производственные дела я собиралась ставить здесь. Вот как этот узел у нас тут работает хорошо. Он охотник. Трудится, молодец. Да? Вот. Что мы можем строить? Давай-ка посмотрим, во-первых, чем здесь занимается человек. Прокрастинирует. Конечно же, конечно же. А то. Давай-ка мы его отсюда уволим. Отвянь. Уйди. Вот. Либо в торговлю его отправить. Нам нужны денежки. Причем в торговлю ходоком. Либо, ну что еще? Здесь я людей нагнала. Здесь нам дров хватает. У нас все плохо с едой. Но назначать кого-то сейчас на мясо смысла нету. У нас всего лишь один источник мяса. И он, в общем-то, уже... Теперь смотри, крадется. Заканчивается. Крадется. Слушай, ты не замерзнешь? Без шапочки. Бах. Че, промазал, что ли? Че крадешься дальше? Не такая простая эта вещь, охота. Ну-ка. Опять, наверное, а черт, за мной следят. Куда ты стреляешь? Тут же нету никого. У нас охотник слепошарый. Подожди. А, вон они, смотри. Они разбегаются, олени. А, нет, вот он, вот, все, видишь, попал. Подстрелил оленя. Может, правда, второго поставить? Охотника. Я так нарушу баланс. Ну ладно, нет, пока есть еда. 4 месяца до весны нам, в принципе, хватит. Декабрь, конечно, сложный месяц. Январь еще сложнее. А февраль это вообще опа. Кто дошел до февраля в эти средневековые времена, тот прям счастливчик. Вот, мы можем, конечно, сюда поставить торговцев, чтобы они носили сюда еду. И не заморачивать. А что у нас тут лежит? А, кожа. А, это считается тоже как бы одеждой, да? Ладно, торговцев мы пока что ставить никуда не будем. Хотя можно, давай. У нас все равно один бездельник.
Вот, тут сразу появились, видишь, какие классные крючочки. Навесики. Тут может быть очень весело. Вот, здесь эти сами донесут, их там 3 человека, они сами все повыносят. С едой, да. Так, почему бык у нас стоит? Почему бык стоит? Что делают? Рубят, смотри, рубят. Пока что все хорошо. Так, все поля у меня под паром. Это значит, что их плодородность не портится. Как только я выставлю сюда какой-нибудь тип растения, они тут же начнут портить свою плодородность. А дорога у нас скользкая, наверное. Слушай, это вся вот эта вот слякоть, которая была в сентябре, она замерзла. Либо это теплый декабрь. Слякоть осталась. Ну, красота же. Так, я занимаюсь ерундой. Короче, 7 бревен. Давай, что делаем дальше? Итак, подготавливаемся к жатве. Что нам нужно для этого? Мельница. Как она называется? Пекарня. Дальше нам нужна обработка, ну, короче, солодильня. И бревери, это пивоварня. А еще нам нужна придильня. Пошивочная мастерская. Господяш, куда же тебя девать? Давай начнем с самого сложного, а именно из того, что нам нужна мельница. Мельница не абы где. Мельница нам надо так, чтобы у нее был как можно больше коэффициент. 97, 96, 97, 92. Да, как я и думала, как бы это, может быть, не было не очень эстетично. Мельница вот сюда встает. Let's go, people! Вот здесь она и будет. People, let's go. Давай, строй мельницу. Теперь people. Раз мы построили мельницу, то пекарня должна быть прямо вот рядом с мельницей. Что у нас еще? Мельница, пекарня. А, и по поводу пива. По поводу пива, солод. Это что-то здесь, наверное, да? Бревери. Да, я помню, что пивоварня у нас была самая такая большая. Слушай, пивоварня, а ты можешь... Почему ты туда не можешь? Что тебе мешает? Еще мансы. Вот что ей здесь мешает? Странно. Может, то, что выход тут тоже, как бы выход к выходу нельзя. Ну, а что это за странности такие? Хорошо, я сделаю сейчас тогда так. Итак, мы теперь встанем. Да. Теперь вроде как, да. Слушай, печаль бы, да, тут очень мало места. Хорошо, что у нас из маленького? Это у нас... Чё себе маленькая? Чё ты так много места занимаешь, маленькая? Да удаленько. Давай себе сюда ставить. Чё, нет? Почему нет? Что опять за козьи рожи? Правда, он далеко стоит. Сюда, наверное, можно поставить, кстати, лучше пивоварню.
Я так думаю. Мне придется проложить по другому дорогу. Придется проложить вот так вот. Мне придется убрать вот эту. Здесь как-то так, что ли, соединить. Да, дороги здесь беда. Дороги здесь беда. Вот. И, предположим, если я сюда ставлю пивоварню, ты огромная, занимаешь много места. Что ж с тобой не так-то? Почему она стала становиться? Типа у нее здесь нету выхода, да? А просто покрутиться. Хорошо, так. Я ничего не пойму, почему. Что тебе мешает? Да, здесь острый угол. И что? Так, слушай, солодовый домик сюда не встанет между? Нифига он не встанет. Так он не встанет. Он вообще никак не встанет. Я не знаю. Она понимает, в чем дело? Что вам мешает сюда встать? Что? Какие деревья? А, вон дерево. Ну и что? Ну, слишком шикарно для солодового домика. Так. Вот так вот и крутишь. Задумал здесь сделать, как говорится, индустриальный центр, а получилась какая-то фигня. Где у нас пекарня? О, пекарня маленькая. Вот пекарня в эту сторону, и солодовый домик должен встать. Да, молодцы. Вот пекарня. И будет носить сюда хлеба направо-налево. Вот. И солодовый домик. Вот сюда он должен должен сюда влезть. Он должен сюда влезть. Ну почему нет? А, нету материала. Не, материалы есть. Почему ты сюда не влезаешь? Конструируют. Ладно, подожди. Сейчас. Что тебе мешает? Что тебе, блин, мешает сюда влезть? Так еще хуже, да? Что-то я не то сделала, да? Что я ремувнула? Вот, так, хорошо. Подожди, сейчас мы тебя мытьем, так катанем, блин. Солодовый домик. Вот. Come on, people. Get to work. Окей, давайте, пиплы, работайте, работайте и работайте.
Теперь смотри, у нас что-нибудь сюда влезет. Почему же сюда-то ничего не влезает никуда? Ну, а, нету материалов. Но у нас сюда влезет либо это, либо... Воркшоп. Воркшоп мог бы и сюда влезть. Все зависит от дороги. Если дорога кривая... то все остальное тоже кривое. Ща, подожди, сейчас мы все дороги тут уберем. Итак, ну вот теоретически она должна сюда встать. Выбирай, и тогда это все, да? Здесь мы поставим пивоварню. Значит, у нас мука, хлеб, солод, пиво. И тряпки. Ну вот и все. Вот и отлично. Так, а у меня, знаешь, какая дорога убралась? Чувствую, я тут еще с таверны буду плясать. Летку-еньку. Я, ну, таверна просто обязана сюда встать. Там плюс-минус, дальше, ближе. Может, как-то так. Но она должна встать тут. Место тут. Слоновник можно поставить, не то что таверну. Вот, так-так. Давайте, 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 ребятки. Что у нас там с едой? С топливом все в порядке, все нормально. У нас начался январь. Мы пропустили Новый год. Нам не до Нового года. Мяско есть. Мельница построилась. У нас туалет будет с этим, с проветриванием. Да, такое себе, конечно, ставить мельницу сюда. Но здесь был самый высокий коэффициент. Вообще ничем не могу помочь. Так что вот такой у нас тут индустриальный райончик. Ну и даже красиво где-то. Мельница потом, поля, ферма. А здесь у нас что? А здесь у нас ничего. Нельзя свистеть, денег не будет. Денег, между прочим, 42 копейки нападало. А вала мы так и не купили, да? Угу. Вала мы так и не купили. И не купим. Потому что... Эти у нас не работают. Эти опять у нас не работают. А, они говорят, офигли нам работать. Посмотри, что творится. Что творится-то? Лес-то вырубили? Иди вот сюда руби. Бык подвозит, подвозит. Да, бык, молодец. Молодец. Вот, у нас, в принципе, для хлеба все есть. Хлеб нам на самом деле не самое главное. Вот, нам самое главное это пиво и одежда. И таверна. И, в общем, нам нужно много. Много, очень много дерева. Между тем уже январь. А между тем у нас времечко-то проходит. Дома все еще не прокачаны. Народ работает. Да, мне прямо пора. Мне прям пора ставить все-таки, несмотря ни на все, как бы мне этого не хотелось, ставить Livestock Trading Post. Ставить мне его придется, наверное... Там же, где все эти посты и стоят. Мне нужно для этого два бревна. Может, куда-то сюда.
Здесь-то нам ничего. Здесь-то нам ничего не нужно на этой, на этом склоне, да? Можно просто рядышком, чтобы так красивенько было. Ждем второго бревна, если оно будет. Наш вол занят. Где наш вол? Васка! Васка занят. Да, Васка. Ух. Васка аж на второй этаж залез. Ну, это было последнее бревно, да, которое ты сюда привез. Как ты теперь отсюда слезешь? В раздумьях? Молодец. Да, он все сюда привез. Я очень надеюсь, что он пойдет сейчас собирать. Потому что есть что собирать. Давай чуть-чуть ускорим. Вот, январь-февраль. А в феврале, когда в конце февраля начнет сходить снег, нам надо будет очень быстренько заняться. Сделали, да? Заняться нам надо будет полями. Итак, у нас есть два. Давай, Васка, собирай, собирай, Васка. Собирай бревнышки. Они нам понадобятся. Тащил. Пойдет за следующим. Январь, январь уже. Скорее, скорее. Пускай он еще одно принесет. Пойдем строить трейдинг-пост. Нужен второй вол. Вот. Нужен и все. Че ты такой здоровый? Честно говоря, ну, во-первых, не хочется лес портить здесь. Но с другой стороны, мне не хочется, чтобы это было очень далеко. Ладно, давай мы сюда поставим. Вот, а еще мы проведем отсюда временную дорожку. Видишь, не покупает. А здесь есть, да, здесь есть кожа. Но видишь, вот он прошел мимо и не купил, зараза. И не купил. Вот, чтобы нам как-то прожить... Ладно, проживем, проживем, проживем. Можно было внутреннее хозяйство им поставить, там коз, кур купить. О чем я говорю? Смотрите, у нас теперь есть деньги. Мы можем 25, это куры или козы. Но я не помню, сколько стоит вол. Поэтому пока мы вола прибережем, на вола деньги. Вот, что я вам скажу. Ну и давайте январь немножко помотаем. Особо делать нечего пока. Что-то мы построили. А, у нас тут продавец есть. Ну да, продавец сюда носит еду. Оно как бы более удобно. Потому что все жители отсюда забирают. Им не надо... Теоретически, они, если очень захотят, то они, конечно, вон из этого домика будут бежать сюда в Гренери. Или ну, вот в кладовую. И брать оттуда и дрова, и еду. Но это долго. Я не знаю, как оно будет в релизной версии. Может быть, это будет иметь значение, что, например, последний дом будет не наедаться. Пока он идет за едой, домочадцы уже все съели. Он такой, черт, мне опять идти за едой. И только он ушел, они опять все съели. И так и будет продолжаться. И они будут вечно голодные. И вечно холодные. Вот, может и такое быть. Поэтому как бы я стараюсь все-таки делать какой-то промежуточный доставочный центр. Вот они сюда складывают, и кому надо, уже с рынка забирают продукты и все прочее. Так, ну что, январь. Крестьянин торжествует. Ой-ой-ой-ой-ой, прямо на голову дерево уронили. Молодцы, роняйте. Роняйте деревья, это очень хорошо. People. Я не знаю, кто что роняет, но это явно не вы. Это
Блин, слушай, это вот эти, это эти творят, да? Нет. Кто там что роняет? Потому что их там нету. О, деревья сами падают. Они, видите, там тени, тени клубятся. Тени январские. А ночью тут, наверное, очень страшно. Так, стоп, тихо, спокойно. Мы построили как-то так незаметно, да, пока? Ну, на убыстренном, потому что... Вот, уже февраль. Уже февраль. Нам сюда нужен человек. А нужен нам сюда человек? Наверное. Так, слушай, все, у нас уже прямо на 2 года вперед. Ты уволен, дружочек? Пирожочек. Кстати, еще один тоже будет уволен. Так. Сюда мы поставим. Вот, ты пойдешь за быком. Хочешь ты этого или нет? Теперь, дружочки-пирожочки, мы все готовимся с вами к полном разгаре страда деревенская, а именно к посевной. Это будет жестко, нам надо будет сделать все очень быстро. Мы озимых-то не посадили, поэтому все надо будет сделать, наверное, начиная с марта, как только снег сойдет. И для этого нам нужно очень много людей. Поэтому сразу сюда один отправляется. Где у нас еще кто? Так, тут никого нету, потому что ягоды зимой не растут. Так, тут один. Здесь никого нам не надо. Здесь я знаю по одному. А в Гренере на самом деле надо побольше людей. Так, здесь у нас двое рубят. Сойдет один. Отдыхай пока, people, пойдешь сюда. Пойдет сюда еще один. Смотри, как видишь, пока нету, он ищет. И пойдет сюда. Где сейчас этот торговец? А что-то там вейтинг. Ты вообще нифига не делаешь. Я бы понимала, если бы ты здесь стоял, ты уволен. Я понимаю, если бы он там торговал, носил еду, а он, понимаешь ли, вейтинг. Вот. Смотрим, пипла, где вейтинг, going inside. Понятно, им сейчас делать нечего. Ничего, ничего, сейчас вы поймете всю боль. Страды. Боль и страдания. Тебе как-то мало людей у нас. Ну, правильно, потому что один отправился. Вот этот, очевидно, да, никель? Никель, это ты идешь за... Да, никель у нас пошел, да. За животным. Getting an animal. Он приведет сюда. Вала. Ну ладно, никель пошел. А мы ждем, когда грянет март. Давай помотаем побыстрее. Теоретически можно подумать над стройкой лесника, но, наверное, сейчас не... Не время. Он опять вейтинг. А почему ты... Почему ты не работаешь? Скажи мне, дядя. Кстати, вот эти елки. Разве их не надо рубить? Хорошо, давай я уберу ареал. Может быть, тогда ты очухаешься. Бык молодец. Бык таскает, смотри. Он таскает исправно вот эти бревна. Слушай, ну вот еще хороший лес. Смотри, какой лес. Где руби его?
так уже одного оставила. Зачем мне два вала, если у меня не будут эти вырубать лес? Так, тетка, что стоишь? Иди, там еще бревно есть. Да, бедный Васька устал. Костра погреться. Куда ты его? Ага. Будет его складировать. Ну ладно. Ну ладно. Так, тем не менее, у нас февраль подходит к концу. Жалко, что мы не видим, какой день февраля. Так, и по звуку я понимаю, что кто-то пошел рубить деревья, да? Да, он пошел рубить дерево. Васька пока таскает. Вот, когда у нас пойдет стройка где-нибудь подальше, то два быка просто... О, смотри, уже проталины, уже потихонечку снег на солнышке подседает. Февральские снега, февральские проталины, синие тени — это все февраль. Былые времена. Сейчас, конечно, февраль у нас уже. И не февраль, а иногда и вообще зима не зима. Но, тем не менее, смотри, как здорово. А, подожди, здорово! Блин, нормальная скорость. Поля, 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 мне же надо их распределить. Блин. Так, ай, ай, ай. Итак, Эмер, Лакс и Барли. Барли, Барли, мне надо посмотреть, где получше Барли. Может быть, еще давай, давай быстренько еще немножко подтай, чтобы мне показалось, где какая, какое плодородие. О, класс, ой, как мне это нравится. Вот, потому что пока мы не назначим поля культуры, то наши бездельники, которые сейчас там сидят в большом количестве, так и будут бездельничать, потому что пока поля у нас значатся под паром. Да, вот, сходит потихонечку, легонечку. Вот, поехали. Барли. Барли, барли, барли может быть где угодно. Флакс. По-моему, это был у нас флакс. И эмер. Больше всего нам надо флакса. Флакса даже, наверное, не очень много. Короче, давай, ты будешь у нас... Еще раз. Эмер, да? Не, здесь... А, вот, 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 становится видно. Флакс. Да, давай ты будешь флаксом. Итак, ты будешь флаксом. А, вон он тут и показывает. Мне не обязательно даже смотреть. Плодородность. Так, ты будешь у нас эмером. А ты будешь у нас барли. Как-то мало. Давай ты будешь не барли, а эмером. А вот ты будешь барли. Все-таки тебя как-то побольше. Ну, просто по площади. Вот. Народ, вперед. Вперед, народ. Мы купили. Да, мы купили. Мы купили быка. Нет. Нет, вот. Ведут нашего быка. Господи, как долго ты это будешь делать? Он только что его, да, купил? Постоянно попадаем вот на это место. А он его туда пойдет, пойдет. Да, это все же эту дорогу мы должны идти. Петр. Не. О, да. О, да. Ой-ой, ой-ой. Ну, глядишь, к следующему году и дойдет наш Петр, который не Петр, он у нас... Мы говорили, будет Васка, теперь этот будет Гамма. И резко вол становится валихой.
Так, животных перебили. Животных всех перебили. Наш охотник, очевидно, бездельничает. Да, он где-то что-то ожидает, что-то ждет. Ходит, почесывает себе репу. Что у нас с ягодами? Ягоды еще тоже не появились. Елки-палки. Так, народ. Ну, февраль. Они в феврале не будут ничего делать. Понятно, что ягоды тоже в феврале не появились. Ну, смотри, как уже все растаяло. Уже все подтаяло. Ты что-то делаешь? Делает, делает. Молодец. Рубит бревнышки. Нам все сейчас очень понадобится. Все понадобится. А эти такие. Ты че? Ты стоишь-то? А что ты правда стоишь? А, ты охотник, ты охотник. Не мешайте охотнику, там, наверное, кто-то появился, кого можно уже. Да, там целых два оленя новых. Вот, потому что с едой у нас еда на 3 месяца всего. Понятно вам, как все плохо? Мы купили, слушай, вала, а за сколько мы его купили? Кстати, подожди, мы же можем посмотреть, сколько оно стоит. Да? А, он 10 стоит всего. Можем купить ягнят. А зачем нам ягнята? Типа они вырастут в овцу, но пока не вырастут, мы можем купить овцу. Стричь с нее шерсть, делать снитки, продавать, по-моему, как-то так это было. Это тоже такой геморрой. Надо строить овечную фабрику. О, фабрику, овечную, ну, ферму, по-моему, да, как-то это было. Ну-ка, ну-ка, где у нас там сельское хозяйство? Вот. Шип-фарм. Ох, елки с палками. Потом строить загон для овец. Назначать туда человека. О, не знаю, может быть, мы как-нибудь с льном обойдемся, с одеждой. Возможно, это нужно будет, когда нашим домам понадобится большое количество разнообразной одежды. Но сейчас, чтобы их прокачать, по-моему, им такое не обязательно. У нас появится льняная ткань, и будет достаточно. Нам главное сейчас пиво. И вера, вера и пиво. Мы что-нибудь делаем здесь с полями? Нет, ничего. А, еще февраль. Еще февраль. Давай мотанем немножко побыстрее. Снег тает прямо на глазах. Смотри, на глазах тает снег. Впитывается в землю. Кстати, пока суть до дела. Пока суть до дела, мы же можем что-то построить. К тому же, сейчас у нас второй вол будет. Что мы построим? Мы что тут хотели строить? Я уже забыла. Мы тут хотели строить. Выбирай, да? Не, мы здесь хотели строить Боровой рай. А что опять не так? Почему так ты становишься, а так нет? Мне хотелось бы, чтобы она встала сюда лицом. Но она не хочет. Ну, дерево, что там растет, оно никому не мешает. Давай так поставим, не будем срезать дерево. Пусть оно растет. Ладно. Let's go, people! Вот это вот. Так, хорошо, все, с пивом тогда у нас будет все. И нам осталось построить только вот себя. И ты у нас вроде как тут как-то вставал. Извините меня за выражение. Ну что не так? Что не так? Почему ты встаешь вот так, но не так? Ладно, окей.
Окей. Я хочу поставить его вот так. Я тут с этой дорогой пляски половецкие и не только половецкие зачем делала? Мы вообще дорогу сняли. Здесь вроде осталось. Так, теперь эта дорога. Что тебе не так? Я не знаю, чем мне поможет этот выпердыш. Ну вот. И что было до этого? Let's go, people! Офигеть вообще. Ну да, здесь остался такой разъездной квадратик. Ну, вот, все, строим. Строим. Начался март. Ну-ка. Да, они пошли работать. Они пошли работать. А, нам надо задать приоритеты полей. Так, прежде всего, это нам не важно. Нам важно вот это. Поэтому у тебя третий приоритет, Барли. У тебя Флакс второй приоритет. Приоритет. И Эмер у нас приоритет первый. Вы вообще справляетесь тут, народ? Кстати, где наш этот быконосец? Быконосец у нас где? Носится у нас валяет дурака. А где у нас бык? Давай-ка я тебя отсюда уволю. И поставлю я тебя сюда. Let's go, people. Гамма у нас уже что-то транспортирует. Они уже работают вовсю, быки наши. Уже оба быка. Вот оно как. Пока мы там мучились с этими дорогами. С этим чертовым планированием. Все. Оба вала. Ну, они не быки, они валы, да, валы. Оба вала уже тут пашут вовсю. Стоит ли мне оставлять эту дорогу? Ладно, пока оставлю. Пока оставлю. И так, секундочку, секундочку. Давай-ка мы закроем... Оксон. Не торгуем мы больше. Мы не танцуем и не торгуем. Всё. Вот. Странно, что тут стоило. Тогда смотри, что мы делаем. У нас есть ходок, да? У нас же есть ходок. Ходок ходит. Где он? Да, ходок ходит. Этот носит. Все, отлично. Торговый пункт работает. Худо-бедно, но работает. Итак, а мы с вами чем займемся? Мы с вами займемся, во-первых, наблюдением за тем, как у нас тут с полями.
Итак, смотри, здесь мы выращиваем ячмень. Ротацкорп. Ну-ка, что это? А, следующий год мы делаем, чтобы он отдыхал. А потом... Опять барли. Давай так. Теперь это поле у нас... Давай тоже ротейт. Так, оно будет у нас под паром. И... Давай тот же эмер сделаем. Надеюсь, так оно и останется. Теперь это поле у нас флакс. Мы его даем отдыхать следующий год. И делаем опять флакс. Но смотрите, что у нас получается. У нас тогда получится, что следующий год у нас вообще пустой. То есть за один год нам надо набрать как можно больше. Я можно, конечно, еще сделать несколько запасных полей, которые... Короче, по четным и нечетным годам, грубо говоря, так будут себя вести. Так, что у нас там? Деньги. Так вот, деньги. Давайте быстренько заводим себе внутренний дворик. Козлов. Да, козлов. Как не хочется портить этот замечательный лес. Но все равно это нужно. Мы не вынесем. У нас очень мало еды. У нас еды. Видали, как? У нас подправился состояние с дровами, а с едой что-то как-то фиговатенько. Поэтому давайте яйки, масло, молочко от козлячья. Очень полезное. Вот. А наш трейд-пункт будет нам приносить денежку, и мы будем расширять наше хозяйство. Вот вам, пожалуйста. Вот, уже видите. Козлики завелись. Курочки сейчас построят. Он курятник придет. Довольно быстро делается. Почему-то только на морковку нам нужны инструменты. Почему? Непонятно. Почему, чтобы соорудить вот такое, инструменты не нужны? Куда вы мясо? Откуда вы мясо пьете? А, не мясо прямо... Это очень странно. А вот, вот и курятник. Курятник завелся. Так, что у нас с полями? Мы успеваем? Как-то они очень медленно. Они только сейчас сеют. Блин, они не успеют. Март, апрель, май. За 2 месяца. Надо им еще кого-то ставить в помощь. Очень много людей надо. Это я помню. Это я помню, что я прям мучилась с этим... Очень долго и сильно. Слушай, а ягоды у нас уже появились. Ладно, на ягоды мы потом отправим. Здесь тоже никого нельзя снимать. О, а вот это уже такой Багуленка. Черный квадрат. Обрамление черного квадрата. Странно. Ну ладно. А, я поняла, почему у нас мало народа. Смотрите, все вот эти домочадцы, они же еще в стройке участвуют. Нельзя делать стройку, когда у тебя полевые работы. Блин, давай скорее. Построили? Так долго-то вы... Господи, вас там толпа народу. Давай. Чё стоишь? Иди на поле. Иди на поле. Иди по... Чёрт возьми, смотри, выбирай. Это текстилка какая долгая. Блин, такая куча народу, её 100 лет строит.
Зря я, конечно, надо было оставить это дело, чтобы все остальные шли работать на поля. Так, ну ладно, смотри. Здесь у нас все засеяли. Сожги поле. Угу. Можно форсировать ранний сбор. Не буду я ничего форсировать. Тут еще ничего, даже не то, что форсировать. Тут еще ничего не выросло. Так, смотри, лен они копают. Интересно, пойдет сюда кто-нибудь еще? Придут туда все эти бездельники? Очень мало. Обычно, смотри, у нас работает как бы семья. Вот, у нас 4 человека, глав семьи. И приходят все их домочадцы. Вот что-то как-то я тут домочадцев много не вижу. Куда вот ты пошел, Томас? Он пошел за едой. Черт. Еды на 2 месяца. Еды на 2 месяца. Все так хорошо начиналось. И все так печально заканчивается. Мне нужно кого-то назначать на ягоды. Знаешь что, давай-ка с дровами. Вы, конечно, все хорошо придумали. Это ты молодец, но ты уволен. И не потому, что ты плохо работал, а потому, что ты работал слишком хорошо. Да, такой вот парадокс. Так, ну что, сеем? Сеем. Ладно, хватит сюда. Хватит сюда. Вон еще кто-то пришел, да, из семьи. Помогать. Потому что все женщины – это вот члены семьи. А мужчина, оно так еще неизвестно. По-моему, вот эти, которые с шапками, вот такие на бекрень, это вот как бы глава семейств. По-моему. Но не обязательно. Можно проследить. Вот таким образом. Ну да. Да, вот видите, шапки. Один этот без шапки, ну, какой-то. Кстати, он... Вот этот, чё, вейтинг? Давай, руками пахай. Пахай руками. Вот, как только все это закончится, я перекину их куда-нибудь в другое место. А чё, подожди, тут же даже уже засеяли, чё ты там копаешь? Ну ты тормоз, не зря на тебе шапки нету. Уже все засеяли, все вскопали. Что делаешь-то? Так, до сбора урожая 161 день. Мама мия. 161 день. За это время нам надо... Да, и здесь тоже. Подготовиться к приему урожая. В принципе, мы уже и подготовились. Мы все построили. Шагает, смотрю, в раскорячку. Шагает в раскорячку с мотыгой. Пока ты дошагаешь, там уже все достроят. Кстати, где наш второй вол? А, второй привязан. Странно, ну ладно. Я еще, кстати, ни разу не играла с 2 волами. Че ты делаешь? Че ты делаешь? Заулок-то несчастный. Все, давайте, ребятки, давайте, поднажмите. Март. Месяц. И теперь моя душенька спокойна. Так вот, по поводу вторых полей. Давай-ка, пока они тут копают, я попробую все-таки разложить те поля, которые на... Так, короче, Эммер у нас везде. Лакс у нас так себе. А вот Барли тоже так себе. Так, вот, значит, смотри, сюда мы поставим дополнительное поле Барли. Сейчас оно будет под паром. Где у нас сельское хозяйство? Поле. Фоллоу.
Потом у нас следующий год будет барли. Так, смотри. Не вздумайте его копать. Я надеюсь, вам не придет в голову эта замечательная идея. Теперь это с барли, флакс и эмер. Куда-то сюда, наверное. Маленькое поле, прям вот маленькое-маленькое. Маленькое-маленькое. Маленькое, я сказала. Почему ты берешься? Знаешь где? Почему надо вот так крутиться? Летит время незаметно. Посмотрела сейчас. Оказывается. Боже мой. Боже мой, давай скорее. Кого мы тут хотели делать? Эмер мы тут хотели делать. Оля у нас тут не становилась. Небольшое поле мне большого и не нужно. Не нужно мне большого поля. Вот. Куда это? Что это? Зачем это? Вот так. Это follow. И следующий год у нас эмер. Ну, я уже не называю по-русски пшеница, короче, это. Так, все, смотри, эти сеятели засеяли. И мне нужно еще полюшка, поле на флакс. Куда мы его поставим? Очевидно, мне придется сделать так, чтобы они тут все удовлетворились. Вот. И на флакс я поставлю... сюда. Небольшую. Узенькую. Полосочку. Вот так. И это у меня будет follow. Так, сюда. И это будет flux. Все. Все. С полями закончено, друзья. Надо заканчивать и серию. Господи, я на время не смотрю. Ну, игра, правда, настолько увлекательная, что ты прямо вот и забываешь. Забываешь, а время идет, время летит. Но с полями закончено. С пылевыми работами тоже. Наши уже наверняка бездельничают, да? People. People waiting, going inside. Куда-то они идут, чего-то они ждут. Вы все уволены. Уволены они. Дай-ка я уволю их. Не все, одного оставлю, чтобы он был на чеку. Вот. Поэтому возвращаем нашего дровокола. Ставим еще одного на ягоды. У нас еще один бездельник. А бездельника мы можем поставить... вот сюда вот. Чтоб он собирал припасы. Собирал все остальное. И таким образом все. У нас закончилась рабочая сила. У нас заканчивается серия. Сюда можно было, конечно, и продавцов поставить. Но как-то они пока что... пока что они справляются. Вот, друзья, в следующей серии увидимся с вами. Лето. Лето. Да, будет лето. Апрель. Май. Вот. Мы с вами наверняка подкупим еще вот сюда вот зверюшек. В наше фермерское хозяйство. И будем готовиться к тому, чтобы строить таверну. Вот, это все будет в следующей серии. Ну, а всем, кто посмотрел эту, огромнейшее спасибо. Всего вам хорошего и пока-пока-пока.